Телеканал для тимчасово окупованих територій майже готовий до старту. Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський анонсував початок мовлення 1 березня. Зараз триває конкурс на керівника каналу і найближчим часом обіцяють визначитися із назвою нового змі. Також міністр повідомив, що хоче зробити закон про дезінформацію досконалим, що він захищав інформаційний простір і не міг використовуватися для обмеження свободи слова. Пане Люба, на вашу думку, это черговый дыребан грошей? Да, думаю, что очер... Я думаю, что это очередная отмывка денег и очередной канал, который будет поддерживать только одну точку зрения власти. Вот, вот этих ребят, которые бегают с дубинками, доказывают правду. А я всегда говорю, если ты хочешь меня убедить, чтобы я действительно поверила вам. Давай говорить языком разума, докажи мне умом, а не битой, не палкой. Поэтому я в это мало верю. Я вижу, как сейчас бьют журналистов. Я знаю, что творили с вами очень много времени. Не, ну почему? Вы Не не, журналист? просто на вашу думку, как профессионального актера, художника Театра, считаю, Что это... можно подать, так чтобы людей заманить, чтобы они от Державный канал? Я думаю, что вот когда начинался Майдан, была одна и та же зарисовка: огонь, бросали, швыряли. И люди были как загипнотизированы. Вот такой канал, я думаю, будут сейчас опять делать. Это зомбующее. Замбоком, зомбующий, в одной стороне. Да, я считаю, что лучше бы сделали каналы культуры, каналы э, discovery что-то красивое, он... то, что очищает мозги. Мы уже у нас война в мозгах, а это гораздо страшнее коронавируса вот этого сейчас. Якобы почули, почули вас.